называлась «Высокая вода». Песенка такая, сколько она идет у нас. Она стала покороче, кстати, раньше была еще длиннее. Мы ее немножко сократили. Она называется «Высокая вода» и написана по мотивам рассказа японского писателя Акутагавы Рюнасуке. Рассказ называется «Так верю в Бисей». Это рассказ про человека, который ждал свою любимую под мостом, а вода в реке прибывала, ее становилось больше и больше, и в конце концов она накрыла его с головой, что там дальше произошло, то есть произошло какое-то чудо, было это на самом деле, не было, никто не знает, но вот такая история. Акутагава немножко сложный был человек, сложный писатель. А вот Юра как-то прокомментировал, когда я рассказывала эту историю на концерте, прокомментировал следующим образом. Говорит, слушай, а может он перепутал просто, может его эта девушка ждала вовсе не под мостом, а на мосту, то есть путаница какая-то произошла, нестык. Так бывает. Высокая вода.